21 октября магистральные электрические сети Сибири получили паспорт готовности энергообъектов к работе в зимний максимум нагрузок. Кстати, это уже юбилейный 15-й паспорт готовности в истории филиала. Важный документ подтверждает своевременное и качественное выполнение мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения 10 сибирских регионов, а значит 20,5 миллионов человек. Итоги подготовки 7 предприятий оценивала специальная комиссия, в состав которой вошли руководители и специалисты МЭС Сибири, представители Ростехнадзора, МЧС и регионального подразделения системного оператора единой энергетической системы. Председатель комиссии, начальник службы электрических режимов ФСК Владимир Воронин, вручил паспорт готовности генеральному директору МЭС Сибири Самуилу Зильберману. Вот я считаю, что этот год идет тяжелее, чем 9 и 10, когда последствия Саяно-Шушенской ГЭС были более острые. Да? Очень много объектов, очень много вводов у нас. Мы очень много включаем в этом году и включаем. Все-таки мы практически не отстаем нигде. У нас с 8 года у нас устойчивая тенденция к снижению аварийности. Незначительное снижение, но снижение идет. Ну, я благодарен людям, работающим в МЭС Сибири, потому что это все они, все делают люди. Все зависит от людей. Больше ничего другого нет. Деньги важны, но люди гораздо важнее.